46% пожаров возникает по вине людей, не соблюдающих элементарные правила. 70% погибших при пожаре курили в постели. Всего одна ошибка приводит к тяжелым последствиям. Этого можно избежать, не делая ничего сложного. Просто будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. В случае возникновения пожара звоните в экстренные службы. Многие не хотят тратить время и деньги на замену неисправных электросетей. Основная доля бытовых пожаров возникает из-за неисправности электрооборудования. Этого можно избежать, не делая ничего сложного. Просто проверяйте исправность проводов, розеток и электрооборудования перед использованием. В случае возникновения пожара звоните в экстренные службы.